Всем огромный привет, я Татьяна Бугри, добро пожаловать на мой канал. Сегодня ко мне пришли ручки от другого мастера, но при этом это моя постоянная клиентка. Постоянство ее в том, что она постоянно делает ногти не у меня. Я шучу, просто мы не всегда с ней можем состыковаться в удобное время. В этой работе есть много нюансов и ошибок, но акцент будем в этом видео делать на другом. Я увидела в инстаграм вот такую фотографию и вдохновилась ею. Ко мне сразу же пришла идея, как из этой картинки сделать дизайн для для ногтей. Дизайны я обожаю и все время моей работы, а это уже на минуточку 11 лет, представляете? Все это время у меня были клиенты, которые хотели, просили и любили дизайны. Дизайны это не только дополнительный заработок мастера маникюра, но и творческая составляющая жизни мастера. Меня часто спрашиваете вы, как не перегореть в своей работе? И я отвечаю, когда я развиваюсь, вдохновляюсь, передаю свое вдохновение в работе на клиентах, это очень окрыляет. Мое хобби перераспределение слов достойно оплачиваемую работу и не это ли счастье а второй самый часто задаваемый вопрос от зрителей и подписчиков моего инстаграм это сколько я обучалась чтобы получить такой результат и мой ответ я до сих пор развиваюсь обучаюсь и стремлюсь к лучшему и от этого работа еще более становится интересной насыщенной я не копошусь в одном и том же на одном месте а узнаю что-то новое и постоянно в движении движение это наше все это вдохновение это карьерный рост это заработок и в все это в итоге удовлетворение от жизни. За 11 лет работы, когда я регулярно пробую что-то новое, наработалась широченная база знаний в техниках. А это значит, что практически все увиденное на картинке я могу с помощью разных навыков и техник перенести в дизайн на ногтях. Плюс милые цветочки, которые я увидела, они вдохновляют думать о весне, что скоро будет тепло, красиво и солнечно. Решила, что пора делиться этим весенним настроением и с вами. А тем временем я сняла цветное покрытие, убрала длину и что мы видим? Очень, очень, очень сильно разросшийся гипонихий. Я это знала и именно поэтому не убирала длину больше. Гипонихия – это живая кожа, которая нарастает снизу ногтя. Разрастается он в поддержку ногтевому ложе при длительном ношении длинного свободного края. Происходит это только на ногтях вниз растущих. На верх растущих ногтях гипонихи никогда так не разрастется. Что же с этим делать? А что бы вы делали с живой чувствительной кожей? Ну, конечно же, ничего. Ее можно поранить, сделать больно. Такая уж физиология у клиента. Есть такой вариант, как убирать всегда длину под ноль, тогда гипонихия может немножко сдвинуться, так как больше он не нужен для поддержки свободного края, так как его просто нет. Кто-то мечтает, чтобы у него наросла эта кожица снизу для того, чтобы увеличить свое коротенькое ногтевое ложе, а кто-то мечтает от него избавиться. Это как с волосами прямые и кудрявые. Вот такой гипонихий на указательном ногте. Он обычно больше всего клюет вниз и поэтому на нем более выразительные гипонихи. Обращайте внимание на эту физиологическую особенность, особенно когда работаете с новыми клиентами. Как, кстати, создать себе поток из новых клиентов я дам наводку вам в конце этого видео. А пока я выполняю опил формы, приподнимаю боковые параллели и опиливаю четкий квадрат. Ориентируемся по длине только на общий размер ногтевой пластины. Это от кутикулы до торца, а не только по свободному краю. Иначе из-за разной длины гипонихи у нас получается, соответственно, разный свободный край. Но если ориентироваться только на свободный край, то под цветом ногти, которые вы сделаете, будут выглядеть один длиннее, один короче. Поэтому ориентироваться важно только на общую длину ногтевой пластины. Далее выполняем маникюр. Хорошо прорабатываю под кутикульный карман апельсиновой палочкой. Я работаю в большинстве своем в комбинированной технике. И никаких тысячи и одна фрез. Только одна фреза пламя и режущий инструмент. В моем случае это ножнички. Стандартно я обрабатываю кутикулу от птеригия в две проходки фрезой. Работаю на 25 тысячах оборотах с переключением реверса. Работаю я всегда без порезов, без пропилов и так далее. Главное – понимание техники, в которой вы работаете. Нет ни одних рук, к которым не подошла бы моя техника. С новыми клиентами, конечно, нужно чуть больше настороженности, бдительности и аккуратности. Но и руки, ногти с проблемами тоже требует особенного подхода. Это я говорю, например, про расколы ноктивопластины, про аллергический дерматит, при котором и сухая, и чувствительная кожа, при этом отсутствует напрочь кутикула, и как же обработать в таком случае. Но и с этими ситуациями можно справиться. Я уже готовлю для вас суперинтересное видео с такой ситуацией, и покажу ее решение в динамике. Так что ждите, скоро будет две коррекции в одном видео. Поэтому прямо сейчас жмите лайк этому видео, подпишитесь на канал и поставьте уведомление это колокольчик рядом, чтобы не пропустить это интересное видео. А тем временем я подготовила ногти к покрытию. Это будет камуфляжный гель с шиммером. Он натурального цвета. Это цвет номер 7 от Global Fashion. Получилось очень красиво. С помощью этого материала мы получили многофункциональность, потому что первое укрепили ногти, второе выполнили выравнивание, третье нанесли нюдовый цвет, четвертое дизайн в виде блесток. Почему бы и нет? Эти материалы позволяют нам ускориться в работе, дают возможность уделить время на дизайны и не прервать поток клиентов. Это мой такой лайфхак. А пока я говорила, покрыла уже большие ногти матовым топом. Взяла его от Monami. Далее смешала топ без липкого слоя и черную краску черный добавляется для того чтобы видеть что же мы будем рисовать ну и для выразительности втирки покажу вам пример цветочка еще раз с которого я рисую дизайн на двух больших пальчиках я буду рисовать разные цветы просушили рисунок в лампе 30 секунд и втираем золотую втирку Матовый топ у меня фактурный, поэтому на него тоже нацеплялась втирка, но это не страшно. Сердцевинку цветка заполняем цветом. Один с цвет будет, а другой эмалевый. Как я уже говорила, я обожаю дизайны, люблю придумывать новые. Это мое творчество. И всегда думаю, выполняя дизайны, о фотографии. Вот даже цвет я использовала такой, чтобы фотку классно сделать, потому что худи у клиентки такого же цвета. А благодаря стильным и эстетичным фото я каждый день получаю множество сообщений от клиентов, которые которые хотят попасть ко мне на маникюр. И создать такой поток несложно, если знать важные правила оформления Instagram. Именно поэтому я хочу пригласить вас на мой новый бесплатный онлайн мастер-класс «15 правил идеального Nail Instagram. Он пройдет 24 февраля в 13.00 по московскому времени. На нем я расскажу вам, как клиент, заходя в ваш Instagram, принимает решение о записи, какие фото привлекают внимание и что нужно делать, чтобы создать поток клиентов из инстаграм. Переходите по ссылке, регистрируйтесь на мой мастер-класс. Без регистрации, к сожалению, не попасть, а повторы или записи не будет. Ставьте напоминание в телефон на 24 февраля. Всех буду рада видеть и очень ждать. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока.